А, я понял. Он хочет, чтобы это был анклавом, если... чтобы не давали завоевать последнего Хорса. Это гениально! Чтобы что не дать завоевать? У него нельзя отбирать тогда последний порт, потому что Молдавия станет анклав. Можем, если все отобрать, а потом Хорс. Я не Линкс. Честно, плевать на последний порт. Я переезжаю в Молдавию. Ой, да господи, ну договорился он отдать Молдавию Венгрии, ну вы как маленькие, ну. Геноцид Молдаваны. Класс, ну, я же пассив, я не мог пойти и договариваться отдать Молдавию Венгрии. Учитывая, что Венгрия сама не знала, что это происходит. Ставьте рейди, гоу, блядь. Тем более там хлопец взвалит. Какой рейди, там Грузь еще. А, Грузь. Там непонятно, что с Венгрией будет. Ну, значит, ты не договорился, но отдашь Молдавию Венгрии. Ну, я ее завассалю. А зачем вассалить? Ты чё, там знаю. Военные дети? Плевать на это. Чтобы напасть на Венгрию, кормить Молдавию. Венгрии. А потом пересесть на Молдавию. А кто тебе даст пересесть на Молдавию? А кто мне не даст? Я. Тебе полгода. А я возьму и создам их отдельно. Пойду и создам свою лигу, да? Вот это же сэви. Не, он просто сильный вас включит. И Молдавии? Софлат, открой канал, чутненько, че? Ну, как видишь, только ты у нас. Вообще не могу видеть. Нимов уже тебя догнал, а тебя гоняет сейчас будет. Софлат, го в рассеюшку. У нас есть интернет. Че я забыл в вашем? Говнобаден. Интернет. Ведь разве этого мало? Если бы кое-кто не вылетал, мы спокойно играли. Да потому что 4 человека вылетали сегодня. Это ХЖ тоже был в Беларуси. Россия. Так у него же не интернет вылетает. У него же игра вылетает. Надо всем к Софлату приезжать. Накнемся в одну сетку. Если ошибка, показываем сразу. Сфот, какая у тебя квартира? Что? Квартира большая? Нет, у нас всех не хватит. Ну мы Дениску выгоним. 50 этажей. Мы в падике сядем. Выгоднее выгнать креатива, он жиробас. Обидно. О боже, Бахмани не считает меня соперником? Успех. Нет. Илья. Нет, Эфиопия. Только что сказала что-то. За что ты с Бахмани? Да? Бахмани, мой дружба. Вместо Елена. Кстати, если Испанию поставить в Ливану, можно заселить Бахмани. Или Португалию. На Венеции. Потолчик. Слушай, реально можно. А так ведь можно? Это же яичко. Он же не конечно, считает. Можно. Мирная дипломатия разрешена. Конечно, запрещено. Твой. Иметь провинцию. За пределами провинции. Можно только торговых и воров. И игрушка. А иметь союзников торговых регионов. Это не иметь провинции. Нет, ну, все, столько. Че там? Раз получил престиж. Ограничение на союзы ведь с людьми, правильно? Да, да, а, да, союз, правильно, все. Все правильно понял. Угодно. А я что-то как-то вообще про это дерьмо не подумал, прости. А че, Софат, ты можешь депровывать? Да. Ты какой? Рано присоединил Византию. Да. День. Гол третью. Мечанем третью. Лавки. А там, кстати, нет корок Византии. Потому что сейчас нет. А, да, кончились. Почему-то. С ней могли претензии снять по войне какой-нибудь. Блин. Ирония.
Блин, вот реально, я не очень понимаю, зачем инновации брать. Но, наверное, в этом был какой-то смысл. Хорошие литовские сепаратисты мне нравятся. Большие. Прикольные, но... Ух ты, 40 тысяч. С генералом не самым плохим. Генерала я не вижу, к сожалению. Эх, придется Россиюшке нанимать пехоту. А банкротство не за горами. Какое банкротство? Вы что? Ну что? Кто желает династический брак? Тебе вообще пофигу с кем? Да. Не разборчик ты в династических связях, да? User left your channel. У кого хороший король? Ух уж это Золотухин. User left your channel. Не перестает удивлять. То есть ты в Венгрии решил корки не возвращать и хочешь получить врага еще с другой стороны, да? Кинуть поддержку сепаратизма Молдавии надо. Где там? Ну что ты не вернул две корки в Венгрии? Вот мы могли бы дружить нормально. Могли бы. Но нет. Потому что вместо всяких Франций ты садишься на Венгрию. Ну здесь вообще ни при чем. Я же говорил, не надо было проход давать. Ну, я же не знал, что он хочет сделать. Я думал, он мне вернет векор. Теперь придется с ним воевать. Сколько там до 10 осталось? А не важно, я в войну влечу, а там уже пофигу. Ну да, идишка-то. Можно вторую? Нет. А Бахмана война? О божечки. А я уж испугался. Какой важный параметр у адмирала? Маневренность и фаер. Ну, сейчас уже фаер, когда пушки хорошие. Виктор, пошли вниз туда. User left your channel. User joined your channel. О боже, Пруссия меня пилить собралась. Да не собирался я не делал даже клайм. У меня 100 было в сети, она коды 3 висела. Техи догонял? Нет, просто висел на всякий случай. User joined your channel. User left your channel.
User joined your channel. User joined your channel. Польша. Дай проход, пожалуйста. Зачем? Крым поможет мне. И зачем это нужно? Польша не давай. Я Польше много помогал недавно. Вернешь мне две профки из Крыма? А как? Она же не против. В смысле, чего не против? Она за меня. Так что нехер этой херней заниматься. Не упарывайся. Ничего не понял, что тебе надо. Короче, за деньги продай Венеции проход Крыму, чтобы Крым помог Венеции против Савойи. Да. Ну давай кидай 200 дукат скорей. У меня как раз ивент у меня банкротство, я не могу. А как ты хочешь убивать? Он тебе потом типа вернет. Чувак, я тебя спонсировал сколько? Спонсировал? Просто так? 15. За провы так? 5 лет. Ну ты так и не дал провы? Ну так ты их сам забрал потом. Ну. Ты ворвался в союз с мамлюком и забрал сам. Пруссия тоже ворвалась. Я дал проход Крыму, если что. Венгрии даст. Так Венгрия давно дала проход. Я в союзе с Крымом. Ага. Хо-хо-хо. Ну вот, Крым выдвинулся, короче. Да, Тихо, ты сейчас должен выиграть в любом случае. Крым на трайны со мной. Тебе сейчас нельзя проигрывать, для Тихо. Я знаю. Ну попробуй Венгрию позвать как-нибудь, профки мы позвали. То есть, погоди, пес, то что Савойя воюет с Соло, это похеру, да? Так ты мне воюешь похер, с нулем, да. Ты воюешь против банкрота. Ничего. С кем ты сейчас воюешь? Сейчас он будет не ноль. Это как, это Венецию возьмешь? А, у меня еще 3 года, когда я еще успею. Не 3 года, беда. Ну, 2 с чем-то, с копеечками. Да, конечно, блядь. И ко мне 23-й закончится. Денис, ты в горках или в Бразилии, я не пойму. В Молдавии. Нет его там. Ну, это вообще низкий поступок. Ну ты что, я же на Молдавию сейчас нападу, о чем ты? Вообще нет слов. Квем, к тебе выдвинулись элитные крымские отряды. Блядь, это... Драгонов, мини-проход Венеции, зачем ты это сделал? Я даю проход Венеции. Да. Беги, глупец. Мини. Да, отмени проход Венеции. Отменю. А, не могу. Там где-то войска. Забузин. О, 34 тысяч Крым бежит. А бузер, Квин, ты взял? Погоди, где? Почему этот не может отменить? Потому что там у него территория. Войска уже на его территории, он не может. Все, они уже в Австрии. Покойся, Квин. Квин, не паузу. Я паузу хотел снять. А у меня появилась какая-то султан. Ёпты. А у них военная идея есть, интересно? Кто появился у тебя? Офенсив? А, ну тут офенсив. Женщина-правитель, султан. Прикольно. У меня тоже пау без мозга. У меня мужчина у тебя почему-то до сих пор сидит. Нет, я имею в виду, что есть теперь у меня мужик. Твоя армия? Сын? Креатив. Ну да. Она на Венеции сидела. Ну ты из банкротства-то вышел, не? Не. Как-то есть и редко бывают султаны. Мусульманских странах. Ничего, я уже сменил форму правления. Чё, Хопс, ну вот как и говорил я. Горки прорвал легко там. Кто прорвал?
Ну вон, Франция? Блять, осаждает уже горки вообще. Ну так он одну горку взял, одну, там 5 крепостей. Вон он уже всех осаждает. А, смотри, там высадилось снизу, вообще это, они флот походу выбили с гранаты. Высадил с ТВБ, Франция осаждает горки. Ну пизда, значит, чё. Минуса мне, Крым. О, хорош. Крым, кара, это вообще не милосердно. Кстати, Крым хотел идти почему-то во Францию, но я успел вовремя отменить прохор. Забавно, кстати. User joined your channel. Что хуем? А куда ты флот спрятал, Квин? Я жду тебя. Это не тот флот. Сейчас подожди, подплывет. Да сейчас этот еще и выиграет. Ну вряд ли. Почему не кондотирует? Коги. Драгон. А? Драгон, пошли мне кондотир. Он в войне и не может этого сделать. О боже, я тупанул. Вот, он не сбивается в драку с Францией. Но не успел. Ну как бы Франция просто дохуя. Кого много, так это Крыма. Сапа, слушай, если честно, тут раз. Очень много багов. Нет. Вот, слышишь, Сапа? Что? Охуенно, блядь, против Крыма воевать. Ну, короче, смотри. У меня... Давай не все проход. Послушай, у меня есть корки на вассала Австрии, на Молдавии. Я не могу Австрии войну объявить, поэтому КБ. Ты Молдавии можешь объявить. Угу. Но, блин, не могу. Значит, тебя перемирили с Австрией? Да. Ну, Крым знает. Какие вопросы? Не, сорян, я просто думал, что через это надо объявлять, через Сюзерена, и у меня там нет даже, ну, как бы у меня толпа. Да, крепость здесь. Вообще можно объявлять. А, как бы две крепости. Просто сейчас у меня нет этих пробок вообще в списке. Видимо, вы из-за перемирия. Да. Нужно контролировать оба берега. Нет, там крепость, почему он прошел в принципе? Это Крым, он не у нас да, это Крым. Это крымские эти. Это, если что, это Ренат сейчас из Крыма тебе привет передает. Цок-цок-цок. Но он просто в Крыму сейчас. Цок-цок-цок. Привет. Я сейчас просто смотрю, ну, я же с Крымом в союзе. Это какое-то изнасилование просто. Да, конечно, он же Мабхаком обладает. Да, еще. Да. А еще он обладает генералом 4 шока. Это еще эпичнее получается. Бегите, глупцы. Крым вам покажет, как батьку любить. Ты что сподашь, когда генералов нет? Карамель, это Нимов. Да. Ну уж мало ли, вдруг у вас тут секретные какие-то разговоры. Мне просто интересно, а ты на Франции сегодня только подменяешь или нет? Ну, хлопец меня сегодня попросил заменить, как бы, ну, так что... Только на сегодня, да? Да, на сегодня. Ну как, он меня и позапрошлый раз тоже попросил. Так что я подменяю, когда он просит. Ладно, понял.
Channel switched. Hey, wake up. User joined your channel. Да, я вижу. Что ты видишь? Ну, шифровки продают. Ну что ты, в случае будет возможность, поможешь мне? Не знаю, я еще не решил. Нет, да я сейчас смирюсь. Давай, две минуты. Да? Ну, давай, хорошо. Просто если как бы ты мне решишь помочь, я тебе могу уже точно гарантировать, что я против тебя воевать не буду. Ни с чьей подачи. Сейчас, давай чуть позже, я сейчас пойду с Венеции поговорю пока. Давай. User left your channel.
Там под еще выбирают, чем ВБ возьмут в колонии. Там и у рекосы дают. А что ВБ может взять в колонии? Опять она строго забита. Или у вас там плотная война? Плотная? Ну, Бургундия-то потеет с Аусом. Вот я потею. Ты потеешь? Я думал, тут, тут Крым потеет. Там не занято у нас там в колониях-то. Мурлюкские автономии спешат на помощь. Австралия. Ну, Австралии я еще не вижу, к сожалению. А в Бразилии уже вижу. Купи у меня карту Австралии. Бедная Испания. User joined your channel. Как же бедная собой. Блин, я еще никому тогда не объявил в этой лиге. Чего? Я сам никому не объявлял в этой лиге войны. Нет. Ты нападал на этот, на Асы. Ты нападал со мной, на, ну, с папой на меня. Только на папство я нападал сам. Вот уже все поплыл, все. И все. Он же ребята, есть где-то? Он здесь? А, вижу, вижу, все, он видно. На карте игроков, если есть, то все нормально. О, ебать, мне хватило пацанов фронт закрыть, какие? Успех. Даже кубит, в принципе, на моей стороне. Угу. У меня генерала говно, и минус 50 престиж. Он с морали одинаковый почти. А, Крым, в бой. Давай без Крыма, чё ты, давай как мужик, а? Чё, Крым, без Крыма-то, кто-то без Крыма? Я немощь без Крыма. Да, жалко, что мало кораблей потерял. На следующем техе новые галеры, в смысле новые караки, все равно новые строить. Ты здесь что ли пойти? Угу. Это все Крым. А, ладно, одна крепость осталась. Че я туплю? Всех просто псиами поставить на осаду и... осадить уже. Варспун! Варспун, вступи за меня, слышишь? Подожди, я вообще не включил. Чего? Девай меня, что? Не знаю, чем ты занимаешься. Я воюю с Венецией, вступайся за меня, и бизнес мне в бою. Тогда за меня Франция вступит. Ну, капнем. С Испании-то ничего не возьму. Там клаймов нет, так-то да. Клаймы кончились, да. Чё, давай, Варскун, влетай за меня. Чё, в смысле кончились? Так я ещё новое уже выделываю. Да, я немножко потянул время. Карамель не такое не будет. Давать. Первый готов. Карамель, давай я тебя, блин, тебя не пизду. А ты мне стак кондотьеров, слушай, давай её готовим. А у меня перемирие с Венецией. Чёрт. Уже нет выхода, да? Крым тут дерзкий, бегает. Номер... А, у него, кстати, 17-й тех. Креатив, а ты ж Флоренцию забираешь по войне? Да. Не бойся, все равно там добывать не собираюсь. Ну вот. Я об этом и думал. Это выше монет. У папы с одного Рима там 5 монет за ту торговлю. Кена. Да хватит. Да папа кораблей нанихал торговых этих своих. Вот это я раскачал нормальный Рим. Я, блин, пушки за ним. Блин, только сейчас увидел 50 девелопмента. Неплохо. Это еще пёс сделал. На Авиньон с Прованс глянь. Да.
Вот, блин, а чё? Ну, блин. А можно первую скорость, если нам минутку? Какая первая скорость? Ну, дайте мне замерить. Так он клима капает. Давай паузу тогда, может. Да. Лучше уж паузу, чем первая скорость. Чё это? Согласен. Блин, да. Без анклавов я почти ничего и взять не могу. Косяк. Ну ладно. Хотя это все равно почти 100 ваш скоро, ё-моё. Какой-то богатый. User joined your channel. User joined your channel. Фух. Было потно. Вива для Крым. Поп наш пиздец. Особенно как Крым пришел такой. Но Крым завершался, пас. Честно говоря, я только что поучаствовал в том, что чем обычно участвую на стороне Испании, ну то есть в морской войне с Британией, и что-то как-то я сочувствую вас. О, у меня ровно 20 пацанов, что когда тебе. Я как бы взял тех и все такое, ну ты же видел, какая, что у тебя там 5 фаер, а у меня фаер не нравится. Угу, в этом и суть, что у меня 5 фаеров. Нет, просто серьезно, вот я сколько играл за Испанию, вот я начинал морские битвы там с Англией. Хлопец. И вот да, с Англией, вот прям. Что? Вот не так. Спи. Призвать? Да. Призвал? Косяк. Чё косяк? Косяк. Где косяк? Перебили с кем-то. С кем же у меня перебили? Блин, а почему? Опа. Ну, с этим у тебя нет перемирия. Подожди, мне надо убрать войска с его территории и отменить войск. Хорошо, давай. Так кто косяк? Я. Молодец. Все. Теперь я не косяк, я успешен. Вступай давай. Я вступил. Видишь, вайпы важны. Красавчик, лучший. Да, мне минут 15, и мне нужно войну закончить. Чего минус 15? Минут 15, и мне нужно войну закончить. А потом Венгрия снова меня в ревал поставит. Не, она с тобой в союзе, она не поставит. Нет, я имею в виду... Отношения поддерживают. Я у меня плюс 170 с ней отношения. Новый игрок. Не. На экран убери. А Австрию типа распиливают? Эх, за ну, меня хлопец попробуй, пожал. Распили. Да, там в горочках, там пипец. Вот так, Драгон, да, проход ты даешь, пацанам? Я не давал проход. Да. Да дал он проход, да, по-любому, это он был. У меня Крым двинулся только после этого. Не докидывай пока, стой спокойно, да, я просто... Не вступай, что я войну, это ж так круто, чё я посижу, лучше. Да зря вообще в горы отковали. Ну давай отойдем, отступим, да. Хорошо, давай отступим. Вену. Вену, закинься. Да, я тут рядышком. У меня просто пушек на последний, на задний ряд мало было. Сейчас будет побольше. Я тоже строю пушки. Штильмарка и Крайна мы заколебемся убивать, конечно.
Мы не выбьем его. Ну, Штильманка с минус 2 еще как-то. Куда-то. И Крым стоит у меня на границе еще. А что с Крантоном делать вообще? Чадовники. Нужно просто в Пруссии проход взять и уйти на север. И не париться. Ну да, пока вот эти пробки возьмем, Вену с этим. Без столицы ты ему один хрен будет фигово. User left your channel. Это, по-моему, не столица. Карантан столица. Карантан столица? Ну, у него же Вену уже забирают. Ну да, ты прав. Один хрен, там 31 дева. Ты бы это, вот из шапрона 7000 пушек Вену бы докинул, или у тебя там уже плюс 5? Ну, да, пусть идут. Я тут, блин, пока строю новую армию. User left your channel. Возьми проход у Пруссии, пошли. Что? Штейрмарк это тоже горы, не вставай там. Да, я в курсе, что горы, пускай нападает, что остается. Блин, Вена сейчас не упадет, и мы потеряем. Ты стой в Вене, все, стой в Вене. Ну что, ты хоть туда Вену отступай. Или мне докинуть еще? Не-не, пока не нужно, стой в Вене, стой. Я вытяну и побью с ним немножко. Стой спокойно. Ничего со мной не случится. Я Вену отступаю спокойно. Все, сдалась. Ну, проси проход, пожалуйста. А то у меня слотов нету. Ну, или посмотрим, сейчас даст, не даст. Даст. User left your channel. По-хорошему надо сейчас шатервиза надо выбить, сплавать. Там просто генерал 4-6, ну уж больно жесткий. Я сейчас минус 2. А, там на минус 2 я нападу. Ну, то есть для него будет минус 2. Тревиза? Ну давай. А еще ты Венецию отступишь. Угу. Ну давай пока попробую эти пробки приграничные как-то там пошукать. Может пойдем в другой чатик, а то он тут. А, даже так? Да. User left your channel. Channel switched. Карамель не занят? Не занят. Не хочешь покачать меня? А, в смысле? Ну, мало ли, я тебе пригожусь, друг. Нет, в смысле, а что для этого делать надо? Ну, домики на лимит мне построить. Ну, сейчас я деньжат подкоплю. Слушай, я хотел у тебя вот вопрос по правилам спросить. Если у меня на страну есть два КБ, завоевание или конквест, и я нападаю, я могу брать только то, ну, какой казус белли я выбрал, и могу брать и нет, корки, и клаймы. И корки, и клаймы. А, окей, спасибо. Ну, окей, я не знаю, там, а поскольку скидываются там только... Не, там, скорее всего, это будет долго, если скидывать, там, либо субсидиями лучше, хз. А что там, ты уже вылетел из соперников? Да, кроме Венгрии. А, ну, кроме Венгрии нормально. Она так себе. А, ну и Швеция, швед банкрот, правда? Да не, вроде бы не соперники. Или, в смысле, вы можете друг друга поставить? Ну, можем поставить, да. Но он с Россией там договорился, судя по всему. Понятно. Так это, так поскольку скидывал тебе? Там на 25 субсидии. Отношений это. А, субсидии, я не знаю, смотри по своим возможностям. Ну, чтобы мне домики построить. Там смотри сам, как говорю, по своим возможностям. То есть. Ну вот как-то так будет нормально для меня по финансам. Ну, понял. Ладно. Спасибо.
User left your channel. Channel switched. User left your channel. User joined your channel. Yes. Yeah. Можешь вон там. Выше над моей крепостью как раз. Варспун, может мне поможешь? Кстати, давай да. Лучше фенги или я? Ну а их делать. Все равно мы будем. Так просто все войска вылез, так как не особо не смысл их не заходить. Сидеть. А от чего зависит, где мануфактура появляется у тех следующих? Что? Следующий тех, где появляется, от чего это зависит? Там, где мануфактур много, там появляется. Надо строить, походу.
я ставлю, что либо у меня, либо во Франции, либо в Бургундии. Я сильно сомневаюсь, что кто-то еще полностью... Я ставлю на то, что в Азии появится. Там Китай развалился, больше там богатых стран обновили. Бахмань! Только они наоборот богаче. Макада маленький. Да, они от этого всего богаче, действительно. Но мануфактурки они не стреляют. Рамиль. Да? Я ссал тебе в речку. Звучит грозно. Блин, как дорого. 900 монет почти.
channel switched. User joined your channel. Хри. Ты, кстати, если захочешь, если на меня вдруг нападет швед с Россией, сможешь как великая держава за меня заступиться? Ты же великая держава? А так, в принципе, вот сейчас что тут остается? За один брак сколько дается? Плюс 25, я забыл, или сколько? Ну только я не пойму, зачем мне это, что я получу? Я со шведа, я ничего не хочу, по сути. Ну а ты... Понятное дело, что я не хочу сильно, чтобы там Рашка стал сильным, но все равно. Типа, если мы выиграем, 100 варскору тебе, и я с тебя торговку, наверное, возьму в таком случае. Ну как, если условно говоря, ты уверен, что ты с Францией так и не будешь воевать? Если... Ну пока там карамель, я уверен. Ну пока карамель. Следующую сессию сядет хлопец. Хлопец, возможно, начнет залупаться. Пока что карамель сидит, все нормально. Просто, наверное, не прикольно будет, когда тебя с двух сторон будут одновременно пытаться пилить. Тем не менее, я воевать буду за что? Просто так, блядь? Почему за просто так-то? Ну короче, ним, если я воюю с тебя, тебе 100 варскор с войны, а я с тебя провок возьму. 43. Такой расклад. Какие тебе провок от меня надо? Ну не знаю, какие-нибудь, но мне надо что-то все равно как-то что-нибудь. Ну так возьми а со шведа. Ты там на 100 варскор возьмешь очень много всего. Мне со шведа ничего не нужно. Просто я возьму максимум Готланд и Стокгольм и все. Не, ну я, конечно, у меня выбора все равно сильно большого нет, но просто не вижу смысла тебе польскую культуру брать, три профки какие-то. Ну, мне нужен лимит, чтобы опять же Франция была. Лимит, это твои профки дадут, там есть нормальные. User joined your channel. Не могу, пошли ниже. User left your channel. Channel switched. Чего? А, не ты? Кто? Я просто не это, не понял, кто звал. Куда? Чё ты хочешь? Пошли тогда. Да. Ты на парад меня собираешься? Ну, с Пруссией. Ну, не знаю, ты с России, я насколько понимаю, он... Ну да, он меня ободрал всё. Чё, тебе пробую вернуть? А чё он стоит на твоей территории, ты не понимаешь? Там повстанцы. Так ты с ним сам он отношения улучшаешь, чё ты? Еще раз, ты видишь, нет, это меня забрало полностью, у меня вся страна разваливается. Я вам претендент бегаю по стране. Тут Anticipation такую страну оставил, что ничего не остается. А что ты предлагаешь-то? Ну ничего, чё, хуй выбор, то есть. Если ты нападешь там с помощью Пруссии и отберешь эту территорию, я ничего не сделаю. Ну мне только три провки от тебя надо. С польской культурой, которая. Ну давай ты их подам. Ну у меня нет денег, понимаешь? Я сижу, у меня плюс 4 монеты. У тебя сколько? У тебя, наверное, доход 40, а у меня 27. У меня плюс 11 монет. Ну вот. Кей 40. В смысле, у тебя доход чистый свой сколько? Чистый 27. Ну, значит, как и у меня. Мне не на что покупать, я еще долг займы даже не могу отдать. Меня рывал, ты меня можешь поставить? Да. Первый раз, когда я напал, не поставил, да? Ну и да, ошибся. Ну я хотел, ты забрал, ну это нотик. Я офигел немножко, хотел забрать обратно. Зная, что ты обанкротишься. Я тебе совершенно ничего не говорил там, что попробовал с ним договариваться.
Ну, у нас вообще союз был просто, он не вступил за меня, потому что сам был в плачевном состоянии, когда на меня напали Россия и Венгрия. Ладно, давайте я дам тогда 3 прова. Ну, честно говоря, мы с ним примерно на это договаривались, но он как-то... Ну, ладно, не буду я тебе скидывать личную переписку. Так, ну ладно, я тебе продам. Ну мне прусский не надо. А польский, да. User left your channel. Channel switched. Где там была кнопка передать все провинции торговой компании? На торговую. Ага, все, вижу, благодарю, спасибо. Channel switched. User joined your channel. Чего не понял? Я говорю, начал мод ивентом. Клайм сделался, я не делал. Так я знаю, да. Да, он, видимо, сыкнул, что мы вместе нападем на него, и решил мне продать польские провы. Ну, отлично. Ну, смотри, я... В принципе, все, что хотел, сказал. Не, мне, конечно, как бы выбора особого нет. Как бы, если тебе прямо с меня пробы нужны, больше нет. Да не то, чтобы они мне нужны, но просто рано или поздно мне придется воевать в Франции. Мне нужен для этого лимит, там, где его взрыв. А что, Австрия выпала у тебя из ревалов? Ну нет, но я думаю, сейчас выпьет уже. Ну, пильнешь, он у Австрии заберешь еще. Он австрияк выигрывает, тем более, скорее всего, в займу упарывается. Посмотрим, короче. Пока что все равно они никуда не полезут. Меня Энди вон зовет ниже, пойду поговорю, что-то хочет. User left your channel.
Channel switched. User left your channel. Да, вот так вот чувствуется прям сильно зависимость моя от торгового импорта. Пала у меня лояльность бургера. Всё, 15 монет как корова языком слизнула. Да, такая же хуйня. Да, Франция большая вообще. Ничего себе, генерал Ясский. 4-6. А тебе-то что до этого? Сдать не даю. Ну, в Венеции 2-6. Опа, мне игра намекает, что мне с Францией нет смысла воевать. Я не могу в Риву даже поставить Францию. Да, кстати, я тебя тоже припомню. Остальных всех могу, кроме Франции. Ну, с Швецией еще не могу, с Польшей. Тебе игра намекает, стань больше, а ты иди. Ахманич сапонит, сука. Блин, вы чё, один такой жадный в Европе, я сижу без Global Trade, экономлю. Channel switched. Channel switched. Сафат, ты тут? Мануфактурки да. Надо везде, домики надо. Что, ты не реагируешь, что ли? Решил так. Он не пойдем ниже. Поки, понимаешь? Нет, не понял. Ты с венгром не планируешь воевать? Ну, планирую когда-нибудь. Когда повоюсь с маном через 4 года. Ну, понятно. Ну, у меня как бы прохода нет, я что-то сложал. По к моим территориям доставлять сюда. Ну не просто, просто он хоть чуть-чуть занят, может быть. Хотя вряд ли он там. Помоги Денис. Кондотируй, он тебе вернет проф, не? Не, он там вернуть мне ничего не сможет у меня, потому что венгерских проф нет. Ну. Ну в союз тупи. А уже просто. User left your channel. Channel switched. Вот Австрия капнула. И что? Хлопец АФК. То есть нам неизвестно, как мириться. Есть варианты кому-то зайти за хлопца рехостом и замириться. Хуй он уже просто хитрый. Но тогда Ишка наберет. Много чего. Его нельзя брать. Пусть берет. Мне все равно. Не вариант. Пусть берет. А в смысле у Аишки клеймы есть. Нечего Венецию откармливать тут. Больше она не наберет. User joined your channel. User joined your channel. Ну, Венеция да, он не отдаст пробки. Ну, бедный креатив страдает. Ну, она тебе отдаст пробки, на которые у тебя стоит стратегия. А телефон есть у кого-то? Нет, телефон. Она мне вообще пробки не отдаст. Просто потому, что они еще под фул оккупацией. Я не окупил. Так вы в скайпе его попробуйте позвонить. Мобильный никого нет, хлоп. Вот и сажай потом. На замену. В скайпе нет. Так вы в скайпе позвоните просто. Сейчас позвоню. Звоню в скайпе.
что он сказал про АФК? Какого хера он не вышел из игры? Ну, чтобы я с Венгрией не замирился, я с ней. Ну, мне дали эти, он войска отдал, это чтобы Венгрия не замирился. Это чистый, а это абуз. Тут белый мир. Какой абуз? Всех. Всех. А что, не абуз, он вышел... Драгон воевал бы себе. Он говорил... Но этот воевал тут уже... Я не знаю. А вот нельзя было совой бросать. Я совой не бросал. Наглым образом бросил. Что он сказал? Он сказал, что нашел до полчаса. Тут им никогда не отвечал. Когда? Я сейчас дозвонился до Хоффса, он не вернется. Что? Я дозвонился до Хоффса, он не вернется. Но он в командировку уезжает, видимо, куда-то уехал. Какого он сам говорил, что он сам говорил, 10 часов он уйдет, он еще 40 минут его держал. Просто нужно рехоснуть, замириться кому-то и еще раз рехоснуть. Нужна замена, наверное. Пусть мирится и... Пиздец, слишком сложно. Конечно, замена нужна, наверное. Пусть комп мирится. Сложно. Нет, не вариант. Либо на замена, либо на сегодня и все. Потому что Венгрия нужна. Реально. Ну, кстати, на сегодня все, это нормальная идея. Как вариант, да. Потому что Венгрия нужна, реально. Сохраняемся. Спасибо хлопцу, блядь. Гениальный мудак. Но он же предупреждал, что уйдет. Он должен был выйти. Тогда бы Дениска замирился с Иришкой. Но мне пора. На белый мир. Ну да, белый мир был. И белый. Какой смысл тогда? Ладно, сохраняемся, выходим. Можно мне сейф для картиночек? User disconnected from your channel. На Францию похапать. Кстати, Лас, а какой у тебя доход? До того, как у меня стали дислояльные эти, было 198. Вау, больше. Все равно больше французского. Сейчас гораздо меньше, 176. Охуеть, такие деньжища, блядь, там где-то крутятся. А я 181 сделал. Молодец. Имба. User in your channel timed out. Ну я тебе говорю, что... У меня очень-очень сильно зависит доход от Бюргера. А у кого третий? Кто, блядь, третий самый богатый? Испания. Испания явно. Или Пруссия. Скорее всего, Испания. Вряд ли, я же сейчас в долгах сижу. А, неважно. Так долги же на доход не влияют. Это же доход. Ну, у меня 134 все. А почему у тебя, ты, а, точнее, ты не добываешь гены? Ну это пятый доход, 134, походу, где-то. Сейчас посмотрим. Я сейф заберу. Ну, конечно, не обязательно, как бы, ровно разделялось. Ну, когда я был в банкротстве, у меня было 101 монета дохода. В Венеции. 60. Значит, первый доход Франция, второй Великобритания, третий Испания, четвертый Португалия, пятый Пруссия. Ты что-то путаешь, я бы четвертый месте, а потом на третий. А салой. А там Испания в первую двадцатку не попала. Испания и Португалия это один доход вообще. Один к одному. Ну там 50-я доля монет. Имба, пилить. Испания почему-то не добывает гены. Смесь не добывает, у меня же там стоял. А, и я там снял уже. Там надо как бы торговую столицу перенести. Дух успешный. Ну, между прочим, вообще не очевидно. Я когда это. Не, я пробовал, я опять все переносил, там пробовал, ни хера не лучше. Для этого надо Прованс забрать. Нет, ты переносишь торговую столицу. Не надо Прованс забрать. Нет, я пробовал, там в Севилье собираю больше. Просто если ты заберешь Прованс или там Геную, то будет там. Не, вне всяких сомнений, ты собираешь больше в Севилье. Тебе один концепт, у тебя надо переносить столицу. Дружественный игрок, который добывает столько же. Ты просто стоишь туда купца и разница. И разницу тебе закидывает Португалия. И... Или не закидывает. Ну, как повезет. Ты пилишь такую Португалию. Не, ну, короче, я играл, в Геную собираешь, ну, в лучшем случае столько же. Короче, чтобы 15 ТЦ, нужен еще один, одна прокс с торговым этим влиянием. Лучше две. Прованс, как минимум. Ну и все, предоставь. У Дениски, ё-моё, 34 займа.
34. У меня Флоренция 2, и этого бы не достаточно. Могу я тоже обанкротить? Ты поддержался еще немного, я бы тебе кондотьером закинул. Я уже стак отделил, понимаешь? Я уже вел на твою границу стак. Зачем тебе помогать против НС? Ладно, господа, все. А затем, чтобы перемирие спало, я там через 3 года Тироль мог бы забрать. А он все равно Тироль забрать не может. После войны он вывалится, у тебя из Ревала. Как бы да, и после войны ты вывалишься из Ревала 100% без Вены, без Тироля, без Карина. Да даже не просто без этого. Страдай. Да, да. Он вывалится только потому, что у него армия распустится. Даже такая Пруссия вывалится. Австрия вывалится. Надо будет субсидии закинуть монет 20, чтобы не вывалился еще года 3. Так он все равно распустит. Да, я же армию распущу до нуля. Да кто угодно может армию распустить. Пересаживайся на Бразилию, Златухи. Отстань. Я тебе не дам позволить мне закрыть. Я буду трех провинций, ты Австрии и Тироля. Не дам позволить мне закрыть. Не, вот с Тиролем не надо, тирольцы Франция. Если не дашь позволить, то пересаживайся как раз. Да, дайте, вы на себе ощутите всю хреновость правил Сафат. Лол, Пруссия теперь сможет воевать только с Венгрией. А со шведами разве не можешь? Нет. Не, нельзя. Прикольно. Знаешь, будем воевать с Венгрией. Ужас, вармонгер ты какой-то, кошмар. Зато Пруссия может меня в Ревалу поставить. А Швецию нет. И Франции нет. Это, кстати, странно. Это странно. То есть, типа, игра считает, что Пруссия слишком слабая, что... Ну, у тебя девелопмент в два раза больше. Ну, блин, там армия должна как бы считаться тоже. Армия-то у тебя очень сильная. Качество не считает. Лимит только. Так лимит там 107, это больше, чем... А какой у тебя лимит, Пёс? 107? 100 где-то. А, ну, так это дохуя. Да. Это больше, чем у Испании. Это во всех проклятых. Это даже домики. Во всех домики настроены. Вообще во всех. На дабл лимит. Ой, просто на лимит. Не, не во всех, еще есть куда строить. Не-а. Ну есть несколько, но это уже. 5 проб еще, даже 6. Я не могу там, надо задевелопить. 3, 4, 6, 7. 6. Саксония может присоединить. Не, там просто ничего. А, так. Каждая пробка это один лимит, как минимум. Каждая пробка это еще моллюс дополнительно. Ну вообще там Саксония с наступательной и оборонительной. Класс. Они неплохо закинут, у них во время войны там 1020 двух ишкой. Ну в смысле, 1020 всего. Ну еще у них с нормальными идеями генералы могут ролиться. Нормальные. Да, я их жать не буду. Ну конечно не надо. Я думаю еще одного какую-нибудь сделать марочку. Сделай марку Венеции. Да. Или Аус. Ну, блин, без военных идей Италия не раскрывается, кроме папства. Потому что эти доходы просто бесполезны. Италия в нормальной карте это идеальное соотношение армии, качества армии и монет. До сих пор многие страны не смогли себя полностью застроить, как бы мануфактурами и доликами на людей. Я застрою только те, кто не умеют. И я все застроил, ну, лет 150 назад. Ну, Драгон, к слову, я забрал твои пробки, у тебя там в этих пробках не было домиков на лимит. Каких? Швейцарских? И в швейцарских не было. И в ну, там они маленькие, там я что-то... Я строил в основном храмы, и этим, чтобы деньги были. Ну так, были. А смысл в провинции на 8 девелопмента строить храм, который даст аж целых... Ну, я его строил в 1961 году, этот чертов храм. Так снести же можно было. Чех. Ты пойми. Я застроил все пробки на лимит, как только появились эти, ну, домики сами, 7-й или 8-й тир. Я их сразу застроил. У меня лимит был на 20 сильнее австрийского. И я ничего не мог Австрии сделать. Почему? Ничего не мог? Ну, во-первых, там город, мы вместе с Венгром. Мы еле-еле там победили. Мы не победили, одна битва была, я там. А зачем вам битвы побеждать в горах, если у вас есть Вена, в которой до сих пор стояла? А, вообще, вы напали вообще в этом зале. Так, тогда Вены уже не было. Я про вторую войну, когда Савоя была. Ну, там били бы в Савою. Но смысл биться в горы, как бы, чтобы биться в горы, надо иметь раза в полтора больше. Ну, ты можешь послушать? Или быть в Или ты можешь только пиздеть? Амель.
Нет, давай. Нет, ну мы забили его за это. Там стояли крепости в холмах, и было примерно равное количество этих армий. Но у них было качество лучше только потому, что у Австрии плюс 10 морали и плюс там 2,5 дисциплины. У меня не было тогда еще дисциплины. Ладно, просто мораль. А у нас не было ни морали, ни дисциплины. Ну зато их было. Ты с Венгрией воевал? 4 раза больше. Да, я был вместе с Венгрией против самой Австрии. В Венгрии, если что, как бы комбатабилити коней и дисциплины. Там было 20 тысяч. Которые кондотьеры, плюс 20 Брукунди и папство, 20-ка. То есть, по сути, было одно. Кого? Тоже. У меня не было ни одного кондотьера. То есть тебе еще и накидали 60 тысяч кондотьеров? Были бургундские кондотьеры. Нет, мы с папством воевали против... Ой, мы с папством воевали это с, с венгерскими кондотьерами, а против нас были бургундские кондотьеры, Австрия с собой. И мы силы были просто один к одному, и мы проигрывали. Ну, не один к одному, у нас было там 1015 больше. И мы не могли ничего сделать. А, это не из-за моральки, там у меня правитель с 5 дисци трейтом был. Неважно. 5 дисци не важно? Ну, у нас было 105 дисци, у тебя 110. Все. Ну и 10 моральки, 5 дисцы. В итоге компенсировали ваши 15 юнитов. Ну? Теперь весили немного. А если бы у меня были военные идеи? Ну, у тебя нет военных идей. Ты бы тогда не был торговой республикой, а был бы Орбина. И запилился бы. Чё ты ищешь? Еще один, который не умеет слушать, окей. Я тебя, наверное, удивлю, если скажу, что военные идеи нормальной карточки компенсируют убогие такие идейки обычных стран. Ну, слегка, потихоньку, по мере прокачки, да. А так все страны берут военные идейки. Все качества первых берут. Ну, качество экономика, да. Там будут разницы, сыдет и все. И факт, мне инновации тоже нравятся. Да, разница в 5 дисци, но... Но я полностью застроен домиками. То есть у меня было 80 тысяч или там 70 против австрийских 60. Скорее 60 против 50. Ну, не суть. Проблема с здоровьем, и это действительно потерял как раз нападает. Потому что военные компенсировали бы. Слушай, конечно, тебя объявили местом. Какой момент, Грицюк ошибается, мяч у него слезло со ноги, исправляет свою лошадь по врата. Вот до такого доводить не надо, да? Зачем такая шок? Брэн, всем пока. Меня пошел вначале пилить, меня кто-нибудь задает. Завтра, возможно, сингл. Кто? Анц? Венгрия, как минимум. Венгрия на Польшу вышла. Осознанно с самого начала. Вот осман.